Здравствуйте, друзья! Меня зовут Жанна Ахметова, я журналист, я являюсь координатором штаба ДВК. И я хочу сказать, что 31 мая Казахстан будет отмечать День памяти жертв политических репрессий. Демократический выбор Казахстана призывает вас участвовать в межнациональном челлендже в поддержку тех людей, которые стали жертвами режима Назарбаева, жертвами текущего режима, который 30 лет узурпирован этой властью. И таких жертв у нас миллионы. На самом деле в каждую семью пришла несправедливость, в каждую семью пришла какие-то отголоски этой несправедливости. Начиная с 1986 года и до этого дня в Казахстане были, есть и остаются политические узники. Были, есть и остаются репрессии по политическим мотивам. И я хочу призвать всех выступить в этот день, осудить эти репрессии. Мы не можем в 21 веке, называясь демократической страной, мириться с тем, что тысячи людей, отстаивая свое право говорить правду, подвергаются жесточайшим репрессиям, попадают в тюрьмы, терпят пытки, погибают, умирают, потому что этому режиму не нужны инакомыслящие, потому что этот режим не хочет слышать правду о себе. 31 мая ровно в 13:00 по времени Алматы мы единовременно выходим в прямые эфиры. Мы говорим о этих репрессиях, мы их осуждаем. И мы символом этого дня берем голубой и белый шарик. В этот день, если мы единовременно все вместе выходим, страна поймет и увидит, что у нас есть такие проблемы, эти проблемы тотальные, и все смогут приобщиться к этому, и все смогут задуматься, когда увидят ваши выступления, когда увидят ваши обращения. И я призываю максимально распространить эту акцию. Если вам не удается выйти в прямой эфир, запишите свое обращение заранее. Но давайте сделаем это одномоментно, тогда это будет эффект массовости. 31 мая, ровно в 13:00, мы должны заполнить своими обращениями все социальные сети. Обращайтесь к народу, обращайтесь и напоминайте. В стране не закончились репрессии. В стране продолжают пытать. В нашей стране есть политические узники. Этому надо положить конец.